Вчера на окраине поселка Песчаново, что под Нижним Тагилом, в лесу была обнаружена мертвая 16-летняя тагильская школьница Елена Харина. Как предполагается, она повесилась на дереве на ремне от своей школьной сумки. Выяснилось, что Лена без вести пропала еще в прошлый четверг, 27 февраля. Утром она, как обычно, пошла в свою родную 10-ю школу, но до учебного заведения не дошла. Вечером, когда девушка не вернулась домой и не отвечала на мобильные звонки, родители, естественно, обратились в полицию. К поискам Елены, помимо силовиков, подключились штатские, друзья и родственники. За несколько суток прочесали весь Тагил. В итоге в социальной сети появилось сообщение от родителей Лены с благодарностью за поиски. Девушку нашли, но не живой. Наверное, не так много на земле людей, про которых знакомые могли бы сказать, что он покончил с собой, ничего удивительного, он упрямо шел к этому. Про Лену Харину ее подружка говорит, что она не способна на суицид. Дескать, Лена была спокойной, не конфликтовала, мол, где и вешаться не из-за чего. Это все, конечно, пустое. Никто никому не может заглянуть ни в душу, ни в голову, и в этом счастье людей. У них есть внутренний мир, неприкосновенный. И очень хорошо, если он категорически отторгает даже саму мысль о том, чтобы убить самого себя. Сегодня, в первый день Великого Поста, можно было бы об этом порассуждать, да не будем. Те, кто в теме, и так знают, а остальные, ну, они тоже со временем это поймут. Почему Лена повесилась в 16 лет, теперь никто из живых не узнает. А вот действительно ли она покончила с собой или ей кто-то помог, с этим силовики, думается, разобраться вполне могут.